Всем привет! Всем привет! На канале Алина и Алиса. И сегодня с нашими хомячками и ежиком будем открывать календарь лол и маленький шарик лол-сестрички. Второй волны. Друзья, посмотрите, какая у Алинки есть коллекция. Если вам интересно, напишите в комментариях. Мы расскажем о каждом питомце, как он у нас появился. Ну, сейчас они пускай там сидят себе. Да? Большим хомяком. Друзья, как вы знаете, мы открываем уже несколько дней адвент-календарь. За те пропуски, которые мы не показывали вам, сейчас Алинка покажет то, что она нашла. Нам попались вот такие вот ботиночки. Смотрите, у нее уже есть полный комплект одежды. Бутылочка. Сумочка, да? Бутылочку мы уже показывали. А вот сумочку еще нет. Посмотри, какая у нее сумочка красивая, необычная. Честно говоря, даже ее не помню, чтобы она у нее такая была. Ну, в смысле, ролики смотрела, но сумочку такую не помню. Я тоже. Угу, необычная, интересная. Сегодня мы будем открывать две ячейки за вчерашний день и за сегодняшний. Мы специально так подготовили, чтобы было две ячейки. Да, сегодня открывать? Ну, давай, Алинка, открывай. Так, пятую ячейку мы открыли. Значит, сегодня шестая. И еще седьмая. Где седьмая? Ладно, потом найдем. Сначала начнем шестую. Давайте сначала откроем шестую. И здесь у нас... какой купальничек. Там такой купальничек? Ну да, я так думаю. Купальник. Леопардовый? Как сейчас модно. Угу. Как у тебя платье, да, мама? Угу. Девчонка там модная. Смотрите, сейчас в этом сезоне снова моден леопардовый принт. Прям производители куколок лол следят за модой. Все делают по последним, так сказать, модным тенденциям, даже куколкам своим наряды. Да. Ну давай, седьмую ячеечку открывай. И откроем. О, какая. Ребята! Что, рубашечка? А, кофточка уже попалась? Да, из этого главного наряда. Попалась нам уже кофточка с ее наряда, с обложки, так сказать. Вот такой как бы джинсовый пиджачок. Ну что-то он какой-то бледноватый. Я думала, он поярче будет, да? Я тоже. Ну ладно, что есть называется. Довольствуемся тем, что имеем. Ну что, открыли мы две ячейки. Адвант-календарь мы пока убираем. Так, с адвант-календарем мы закончили. Так, ежик-то тут нам катит уже шарик. Такие шарики мы еще не открывали, именно второй волны, да? Да. Алинка, конечно, надеется на мальчика. Мы, честно говоря, их посветили уже фонариком. Они никакие не золотые, а розовые. Ну, будем рады всему. Так, вот у нас такая. Ну, я уже вижу, что тут здесь нарисована конфетка, плюс сердечко. А такая была подсказка? Нет, такой красный. А тут в этих шариках могут попасться с первой волны? Да. Могут, да? Да. Так, ну ясно. Так, розовенький шарик. Угу. Как мы и думали. Шарик розовый. Вот наша декодер группа такая. Так, смотрим, да. Тут нарисована конфетка на палочке и сердечко. Интересно, какая будет куколка, потому что мы не знаем. Есть цепочка. Так, аксессуар. Тут у нас ботиночки. Смотрите, какие, кстати, ботиночки. На них, смотрите, тут розовая, тут голубая. О. Ботиночки разноцветные. Так, что-то, подождите, я не буду говорить. Похоже, я знаю, кто попался. Она, ты думаешь? Я думаю, да. О, классно, если это она. Открываем ее сумочку. Вот такая сумочка. Это точно она, платонская лялька. Здорово. У нее и сестренка классная, старшая. Да. И сама лялька просто суперская, здоровская. Посмотрите, даже одна сумочка чего стоит. Серебристая, с такими кляксами. Ну-ка, давай, открывай уже кукляшку. Я очень хотела, чтобы Алинке именно такая попалась. И ей такая попалась. Ядечка. А цвет она меняет? Я сейчас посмотрю. Смотрите, смотрите, кто нам попался. Смотрите, столько здесь мальчика. Да. Тут есть один мальчик
И второй мальчик. Так, что, несем водичку? Итак, мы принесли водичку. Смотрим, что будет с нашей лялькой. Так, это холодная. Она меняет цвет, у нее трусы какие-то другие. Да, трусики точно. Ага, на них появляются кляксы серенькие какие-то. Еще на спине какая-то штука. На спине сердечко, да. Угу. А, ну еще волосы, на глазике. Волосы цвет не меняют, так, по мелочам, можно сказать, да, что-то появляется. Вот, и видно, как здесь все исчезает. Ну, красота. Давай еще будет нулет. Ух. Ну что, все ясно? Ну как тебе лялька сегодняшняя? Мне просто супер. Супер, мне тоже все понравилось. Особенно сумочка у меня, посмотрите, какая классная. А сестренка у нее уже будет, получается, из третьей волны, да? Да, волосатенькая. Волосатенькая, вот классная куколка. Вот бы нам такую найти, да? Ну что, на этом попрощаемся? Всем пока-пока и подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока.